собрали мусор, вынесли крупные ветки и помогли отремонтировать крышу дома. Экологический субботник прошел на территории ительменского стойбища Пимчах. Мероприятие провели участники предварительного голосования «Единой России», члены партии и волонтеры. В день международной охраны окружающей среды волонтеры и участники предварительного голосования «Единой России» собрались на экологический субботник в этнодеревне Пимчах. Ребята сегодня убирают здесь мусор, убирают крупный металлический мусор, чтобы подготовить деревню к открытию сезона. Большое спасибо ребятам за это, и мы надеемся, что они и дальше будут продолжать такие экологические акции. Нам не безразлично, вот, мы следим за экологией, чтобы никто не засорял, и принимаем участие, чтобы везде было чисто. Также волонтеры тоже принимают участие. Вот, нам не безразличен наш край. Участие в субботнике приняли 15 человек. Они убрали мусор, закопали автомобильную колею у сцены, распилили и помогли вынести крупные ветки, а также отремонтировали крышу гостевого дома. Всего активисты собрали 4 мешка мусора и 10 единиц крупногабаритных отходов. Очень много людей здесь обычно проводят свое время, отдыхают, проводят какие-то мероприятия. И, естественно, остается много мусора. Также мусор остался из прошлого летнего сезона, поэтому в этом летнем сезоне перед началом крупных мероприятий очень было бы полезно убраться. И мы сегодня это сделаем. Отметим, территория возле поселка Сосновка Елизовского района – это излюбленное место отдыха камчатцев. Этнодеревню используют также для проведения праздников и фестивалей.